100 лет на службе государства. Работники ФСБ отмечают в этом году круглую дату со дня основания ведомства. В честь профессионального праздника ветераны и нынешние сотрудники органов безопасности возложили цветы к памятнику Дзержинскому. День работника органов безопасности отмечается в России 20 декабря. В свой профессиональный праздник сотрудники ФСБ вспоминают коллег, погибших при исполнении служебного долга, а также отдают дань памяти основателю спецслужбы Феликсу Дзержинскому. В церемонии возложения цветов к памятнику государственному деятелю приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий, сотрудники местной администрации, а также люди, которые посвятили всю свою жизнь работе в органах безопасности. Я обрадовался, что решили отметить в день столетия образования органов госбезопасности Феликса Эдмундовича Дзержинского. И когда я работал здесь начальником отдела, ему исполнилось 100 лет, и в 1977 году мы таким же образом возлагали к его памятнику цветы. И сегодня 40 лет прошло, а мне приятно, что это повторилось. Луиза Егазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.